Елена, у меня к тебе профессиональный вопрос, который интересует всех дизайнеров. Ты же у нас продюсер интерьерной компании, да? Да. Такой вопрос животрепещущий. Как ты думаешь, что заказчик хочет увидеть на страничке дизайнера? Отличный вопрос. Ну, прежде всего, нужно поставить себя на место заказчика, да, соответственно, что заказчик ищет. Он смотрит интерьеры, да, он подбирает интерьер, в котором бы он хотел бы находиться и жить. Соответственно, на страничке дизайнера должны быть интерьеры, но обязательно нужно добавлять свое лицо, чтобы как бы заказчик понимал, да, кто конкретно будет автором его будущего интерьера. Я думаю, примерно, да, это процентов 70 должно быть работ, да, этого бюро или дизайнера, а где-то процентов 20 это своих портретов, да, и примерно процентов 10 по контенту это могут быть какие-то полезные материалы, да, относящиеся к дизайну интерьеров. Это могут быть какие-то обзоры выставок, да, посещение каких-то мероприятий, какие-то тематические полезные статьи.